Чебурашке. Им дают квартиру, а Чебурашка говорит, им надо, они заслужили. Чем заслужили? Тем, что орали, как потерпевшие. Это что, пример быть теребонькой, теребонькаться, она заработала себе на квартиру теребонькой, заработала себе на машину теребонькой. Это пример для подражания детям. Теребонька Ольга, пример для подражания, приперлась на проект с таким прошлым, стыдобинища. Это прошлое ребенком не прикроешь, его все равно будут глаза колоть. Все равно будут, потому что вору всю жизнь припоминается. Кто в тюрьме сидел, все равно припоминается. И кто вот такими делами занимался, проституткам, шлюхам, все равно припомнится, что ты привокзальная была. А вот человек года, это человек с большой буквы. Достойный человек, на кого равняться.